Да, именно здесь я даю очень дорогие скины за подписку. И сегодня я хотел бы подарить тебе данный ножик практически за 12 тысяч рублей. И чтобы ты мог получить данный нож, тебе всего лишь нужно подписаться на мой канал со всех аккаунтов, поставить лайк, также со всех аккаунтов и написать как можно больше крутых комментариев вместе с ID ВКонтакте или с Телеграмом, чтобы в случае победы я смог с тобой связаться. Писать комментарии нужно под всеми роликами, где проходит данный розыгрыш, потому что я выберу абсолютно рандомный ролик, и именно там подведу итоги. Скины я каждый день раздаю в своем Телеграме, на своем сайте, поэтому заходи по ссылке в описании. А теперь поехали смотреть крутой ролик. Это 15 долларов, и я хочу сделать невозможное. С 15 долларов на инсейне поднять 500 и вывести качественный нож. Зайти в такие режимы, как Crash Plus, Minior, конечно же, Roll, и все это сделать в плюс. Одна попытка, поэтому сейчас будет очень интересно. Первый промокод Predator, он дает плюс 100% на первый депозит. Второй и последующий, это Predator 30. Любые способы пополнения, любая твоя сумма, она умножается, поэтому если будешь заходить играть, используй именно его. 15 долларов и одна попытка прямо сейчас попробовать залутать кое-что стоящее. Да, пацаны, моя задача сразу сходу в меню разлететь на 4 минки. Я считаю, что это объективно самая лучшая тактика и самая лучшая стратегия, которая здесь есть. В миньоре мы должны поднять прямо сейчас примерно около 100 долларов. Если мы поднимем 100 баксов в меньоре, то мы пойдем в краш, мы пойдем в ролл, и в принципе у нас должно пойти, потому что в краше легко поднимать, но в меньоре намного легче. Но есть одно но. Он не должен крашнуть на самое начало. Поэтому мы берем 15 бачей и закрываем вот этот квадратик. И получаем 30. Неплохо, но дальше должно быть интересней. Все это дело размениваем. Как, блин, сайт подлагивает почему-то. Мне так некомфортно с этого, я даже не знаю. 30 долларов и используем самую лучшую, самую, надеюсь, проверенную тактику. Ну, поехали. Раз, два, три. Отлично. 40. Подожди, подожди. Я нечаянно нажал на 3 минки. Ну ладно, 43 бача, в принципе, нормально. Что-то я, короче, нажал, тут восстановилась запись, продолжил и пипец. Ну ладно, мы это все разменяем под 40. Тем оно и лучше, потому что мы зальем 40 бачей. Да, мы вроде бы должны залить 40 бачей, если этот сайт не будет лагать. Блин, мужики, вот все хорошо. И этот сайт нереально круто отдает. Но, блядь, есть одно но. Он, блядь, лагает. Ну что за... Как, ну, извините за мат. Ну, я просто человек, я не могу. Я не могу, блядь. 40 бачей. Коэффициент 5. Пробуем сделать абсолютно то же самое. Раз, два, три. Прекрасно. 78. Но вот за это я его и люблю. То есть можно закрывать глаза бесконечно на всякие вот эти лаги, на всякие вот эти вот штучки, дрючки. Ведь прямо сейчас 78 бачей. Мы просто можем доапгрейдить до 100 и все это дело подвывести. Это будет прекрасно. Это будет обалденно. Ну давайте, друзья. Наша задача сейчас поймать 100 долларов, и все это можно закрывать. 78 бачей ставим на коэффициент 94, not bad. А знаете, можно даже, наверное, забрать. Хотя нет, давай, наверное, еще одну. Да, и вот 119 долларов уже можно забрать. Берем за 119 бачей. У меня просто привычка постоянно разменивать. Я люблю это делать. И пойдем посмотрим, что у нас в краше. В краше у нас все, в принципе, как и обычно. Коэффициент 5, коэффициент 4,5, коэффициент 9, коэффициент 5. Ну, подождите, вот эти последние коэффициентики 1,41, 1,68, 1,73 мне не сильно нравится. Поэтому мы будем заливать на коэффициент 2. Уверенно, жестко и легко. И посмотри, пацан почти хотел поставить, наверное, на коэффициент 6 и выше. Я не знаю, как это возможно, но это, если действительно он так хотел, это очень круто. А коэффициент 2, 119 бачей. И прямо сейчас... Блин, ну давай надеяться, что нам даст. Почему? Потому что вот до этого коэффициенты были слабые. И ты скажешь, пред, в смысле слабые? 4,5, 9, 5,37, 6. Ну это слабые коэффициенты для инсейна. Во-первых, я один забрал. 237 бачей я забрал один. Ладно, давай пока разменяем и посмотрим, что у нас еще интересненького в краше. Слушай, вот это, кстати, очень круто. То, что он просто крашнул. Ну да, и как я продолжил говорить, я и буду настаивать свое. Коэффициенты маленькие. Они сейчас реально маленькие. Но вот то, что нам сейчас, смотрите, выпадает, вот 1,5. Такое очень редко на инсейне. Обычно здесь коэффициенты 5, 10, 15. То есть мужики в основном ставят на коэффициент 8, на коэффициент 10. И выигрывают, потому что здесь есть как обычный краш, так и простой. В общем, надеюсь, разобрались. Переходим в ролл. В краше у нас кое-что интересное. Ой-ой-ой, 46 красных, 55 черных. Давай просто по... Я не успел выбрать скин. Я не успел выбрать скин. Блин, ну, поторопился. А поторопился почему? Потому что увидел 6. В общем, сейчас должна быть красная. Черная.
Меня сама судьба отвела, я сам не нажал скин, моя судьба просто отвела меня. 46 красных, 56 черных, я уверен, что сейчас будет красное. Почему люди не ставят на красное? Я уверен, что будет красное. Нет, ну нет, люди ставят. Да, люди ставят и люди поддерживают, это правильно, потому что тут, ну а что ж тут может другое выпасть? Но извините меня, это супер адекватно и супер логично. Тут система работает через рандомайзер. 47 выпало красных, 56 выпало черных, поэтому у нас $473 на балансе. И это, в принципе, понятно. Все это размениваем. И, блин, посмотрите у нас какой ножик может быть. $472. Просто нож фальшен, фейт, стартрековский, прямо с завода, почти за 50 тысяч рублей. Это легенда. Ну что ж, господа, тогда мы заходим в мины и пробуем все это подзавершить. Вот такими вот простыми действиями мы прямо сейчас... Вау, там моя ставочка до сих пор вон снизу на инцене, 78 бачей, больше никто не играет. В принципе, сейчас сайт лагает, поэтому нормально. Поэтому я думаю, 473 бача залить на какой-нибудь коэффициентик, выбить себе 1.5 и все это подзабрать. Ну давай, инсейн, последние две ставки. Раз и два. 722 бача. Используйте промокод Predator и Predator 30. Это даст тебе самые жесткие бонусы. Конечно, ссылка в описании, а я буду его вводить.